Всем привет, друзья! С вами Болторез. Мы продолжаем проходить изоляцию. Наконец-то я справился с этой блокировкой. И меня никто не сожрал. Ну и, собственно, мы продолжаем двигаться дальше. Давайте сверимся с картой, куда нам теперь. Теперь нам нужно идти прямо. Я здесь что-то... Что-то я здесь заблокировал. Вот этот хрен ходит за мной постоянно. Чему от меня она надо, блядь, я вообще не знаю. Может, его, ребят, не знаю, огнеметом сжечь? Хотя нет, смотрите, он пошел вниз. А мы пошли наверх. В этот раз я постараюсь вести себя очень тихо и очень незаметно. Поэтому все время мы будем ползать, ребят. И я надеюсь, нас не сожрут. Оно забрало ее у меня, и я ничего не смог поделать. Сначала оно продырявило Дага, потом разрезало Лиама напополам и швырнуло на пол, как сломанную куклу. А затем оно загнало Эму в угол, я сидел в тени, оно меня не увидело. Эма звала меня, звала на помощь, но я не мог пошевелиться, я был слишком напуган. Я позволил ему забрать ее, но я ее вернул. Понятно. Какую из частей он собирается вернуть? Эрик, ты слышишь, Эрик? Опять связи нет. Алло, Эрик. Ну и, собственно, ничего больше интересного здесь нет. Никаких паролей. Никаких подсказок. Хорошо. Перекрыть выход на лестницу. То есть получается... А, вон, вижу. Видимо, мне вот здесь еще нужно крутануть, да? Так, очень хорошо было бы где-нибудь... Так, ну карта это замечательно, да, но сейф все-таки, я считаю, лучше. Вещество Б. Прекрасно, я как раз его искал. Включаем блокировочку, ребят. Так, зажимаем. Теперь я знаю, что оказывается нужно на Д нажимать, ребята, а не нихуя не на А, как здесь так, написано. Склад я закрыла. Так, прячемся. Какой-то, блядь, шум наверняка чужой идет. Ну да, вот здесь кто-то есть. Давайте мы пока сверимся с картой. Закрыть приемную серверной. Это получается, нам нужно выйти... Нет, подождите. По-моему, нам нихера не надо выходить. Мне кажется, это на этом этаже все находится. Нам нужно вылезти вот здесь, да. Я же правильно иду? Хотя, может быть, и нет, ребят. Сейчас проверим. О, топливо для огнемета. А вот это то, что нам нужно. Необходим пропуск. Угу. Значит, сюда мы, скорее всего, еще вернемся. Но не факт. Ползать мы будем очень долго, поэтому предлагаю все-таки встать, выпрямить спину и идти. Ага, вижу. Я про... Давай, мразь, иди сюда. Подождите, он меня не заметил. Кто вы, блядь? Чужой это, ёб твою мать, что, не видишь, что ли? Подождите, он стоит здесь. Натурно стоит на лестнице. Вот хитрожопый, блядь. Иди нахуй отсюда, блядь. Он дальше ушел, правильно? Отлично, он ушел, ребят. Поэтому мы сейчас спокойненько здесь все... Это дело отключаем. Тихо, 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 блядь, не надо там рычать. Паскуда, я уже столько прошел. Подожди, не надо у меня убивать, ну пожалуйста. Ну только покажись. Только высуну ебало свое, блядь. Сожгу сразу, пошла я нахер отсюда. Хорошо. Переключите меня на Рипли. Она тебя слышит. Рипли, сука, ребята, ну где сейф? С компьютера в приемной можно запустить аварийную блокировку.
Вон там, за стойкой администратора. Да подожди ты нахуй со своей стойкой, мне... А, здорово. Ты мне скажи сейф, где активировать команду... Раз, блядь. Так, ребята, экстренная ситуация. Сейва, походу, мы не дождемся нихера. Так, войти в терминал. Так, а у меня пиздить идет или что? Подожди, спокойно. А что за уверенная поход? Блять, мразь. Хорошо, я понял тебя. Револьвер. Так, там еще и чужой, я слышу, вылез. Это, блядь, просто какой-то пиздец, нахуй. Вы, ребят, понимаете, сколько я здесь, блядь, прошел, и я не сохранился? Просто сейва не было. Меня два раза пытался выебать этот чужой, а потом еще пришел и андроид. И меня вдвоем просто зажали в углу, как маленькую сучку. Закройте все двери вокруг лестничного пролета. Потом склад, зону техобслуживания и приемную серверной. Слушайте, а может быть... Может быть, давайте, знаете, как мы, ребят, поступим? Давайте его сразу въебем. У нас есть 5 патронов. Где он, блядь? Иди сюда. Паскуда. Так, я понял. Я понял. Мы начинаем стрелять. Прибегает чужой. Прибегает чужой после того, как мы начинаем стрелять. Я, наверное, не успею убить. Да? Потому что мы еще и огнемет достаем очень медленно. Блять. Хорошо, попробуем, ребята, не попадаться андроиду на глаза. Угу. Обосрался, да, сразу? Как огнемет увидел. Правильно, блядь. Хорошо. Теперь я знаю, куда нужно идти, где что нужно поворачивать. И самое главное, в какую сторону. Да, на какую, ребят, кнопочку надо нажимать. Поэтому, я думаю, сейчас мы все сделаем быстро. Вот здесь вообще есть что-то интересное, нет? Но здесь кто-то лежит. Нет, здесь ничего нету интересного, но... Что-то здесь можно залутать. И, кстати говоря, ребят, для огнемета я нашел здесь топливо. Что-то, блядь, пидорасина меня здесь поджидала, что ли? Слушайте, ну я трачу топливо намного больше, чем подбираю, поэтому... Есть ли смысл вообще мне здесь шароебиться? Использовать УРД. Так, и что здесь, и что будет? Нам что-то откроется? Давайте попробуем, ребят. Права администратора. Войти. Хм. Или здесь опять просто какие-то записи будут? Так, предупреждение... Перемирие, никаких паролей я не вижу. Так, и камеры. К сожалению, ребята, в камеры я зайти не успел, потому что нас опять въебали. Ну, это не игра, это ну, какое-то издевательство. У меня, блядь, других слов просто нет. Ну, это что за пиздец? Почему хотя бы, когда мы заходим в терминал, нельзя ставить, так скажем, игру на паузу? Ну это что вообще за блядство-то такое? Пиздец, блядь. Мне кажется, эту игру можно спокойно пройти за 2 часа, но вот из-за вот этого мозгоебства все растягивается на десятки часов.
Ну что я могу сказать? Игра нас подталкивает к тому, чтобы мы просто все эти терминалы нахуй пропускали, игнорировали. Потому что нас въебывают, нет, не нравится. Соответственно, нахер я буду читать там всякие эти записки и проникать в эту, во всю эту историю, если меня постоянно убивают. И он, блядь, где-то сверху, да, шароебец? Ага, он же где-то здесь. А, блядь, мразь. Хорошо. Мы его отогнали, я думаю, у нас есть какое-то время, и мы сейчас быстренько вот это все дело повернем. Все, ребят, я не буду больше никуда ходить, ни налево, ни направо. Вот, четко буду здесь крутить своим болторезом. Зона техобслуживания так, закрыла. Отлично. Теперь поднимаемся повыше. Давай, вылазь. А вот и не угадала, хрюшка. Поджарил я тебя? Поджарил, блядь. Хорошо. Аптеку юзаем. Создать мы, наверное, не можем ее, да? Да, у нас нет уж вещества Б. И, кстати говоря, где-то здесь наверху мы подбирали в прошлый раз. Так, вот это что здесь? Хлам какой-то, блядь. По-моему, у этого трупа было. Нет. Хотя лут здесь появляется рандомно. Плохо. Плохо, ребята, не можем мы ничего скрафтить. Что такое, блядь? Спокойно. Так, надо быстренько это все делать. Так, склад я закрыл. Ну давай, иди, иди, я уже готов. Нравится? А хуй ты там встала, я не понял. Вот, другое дело. А здесь я пройду. Не через вентиль. Да, здесь мы можем пройти. Давайте сейчас лутанем по-быстренькому. Топливо здесь, блядь, необходим пропуск. Угу, и у нас вещества до сих пор нет. Хорошо, теперь давайте, ребят, аккуратно я присяду. Вот смотрите, андроида нет, откуда, блядь, он взялся-то? Аккуратно, тихо, спокойно. Никого нет. Не стоит паниковать. Ага, вон там, блядь. Андроид ушел вниз. Куда идет чужой? Нахуй он сюда идет. Его вообще кто-то звал? Переключите меня на Рипли. Она тебя слышит. Рипли, с компьютера в приемной можно запустить аварийную блокировку. Вот там, на стойке администратора. Уйди отсюда! Хорошо. Что тут за стойка? Что тебе надо от меня? Что я здесь должен? Здесь какой-то пароль нужен. Пароль-то какой? Зашифрованные данные. Введите код доступа. Я не знаю никаких паролей. Здесь ничего не написано. Утилиты закрыто. Общее. Так. 7789. Вот смотри. Вот я стою, ковыряюсь в этом компе. Я пытаюсь найти пароль. Чтобы что-то взломать, что-то открыть. Они здесь ходят. Ну съеби, пожалуйста, мразь. Окей, он вроде куда-то ушел. 7789, пробуем. 77. Хуй, да?
7, 7, 8, 9. Так, подожди, спокойно. Он уже опять здесь. Пошла нахуй, мразота. Я надеюсь, что я делаю все правильно. Да, архив, ретрансляторы, слушать, что... Нам это вообще надо? Программа взлома, вот я тут что-то понажимал. Активировать команду Рикардо. Ну да, я прям здесь. Сука. Да сколько тебе надо-то? Ребят, ну я на этом терминале сделал все, что от меня требуется. Что не так? На этот раз даже Android мне не мешал. Активировать команду Рикардо. Хорошо, блядь. Делаем еще раз. Во, вещество Б. Вот это охуительно. Давайте сразу аптеку скрафтим. Предмет создан. Так, огнеметик еще есть. Вхожу в терминал. Давай, Рикардо. Что мне нужно делать? Личное, да? Взлом. Утилиты. Включить блокировку. Так, выбираю. Рикардо, все, хорошо. Молодец. Теперь потихоньку уходи через серверную. Ага. Идем дальше. Так, присядем. Почему здесь нету сейва, ребята? Ну где? Это не сейв нихуя. Это нихуя не сейв. Андроида, в принципе, вот в теории... Я убить, если что, могу. Но на выстрелы прибежит чужой. Еще одно вещество. Замечательно. Блять, хоть бы здесь что-то было, а? Сейф какой-нибудь. А мне получается мне вообще сюда надо или нет? Так, вижу, сейчас мы карту возьмем. Что там, блядь, на немецком, что ли, кто-то разговаривает? Взять жетон. Сюда мы залезть не можем. Хорошо, ребят, сверяемся с картой. Угу. Вот нам, значит, куда нужно, да? Так, все, я понял. Хочешь помочь, отвлеки чужого. А лучше сохрани меня где-нибудь. Блять, вижу. Сука. Я так и знал! Мразота. Больше я на эту хуйню не куплюсь, ребят. Я, блядь, знаю, что эта скотина поджидает меня перед сейвом. Все отлично, прекрасно. Я сохраняюсь. Я подобрал какой-то чертеж. Какая-то, блядь, там звуковая ловушка или что? Сейчас мы посмотрим. Звуковой генератор. И что, значит, ага, это у нас все есть. Создаем. Получается, с помощью этого говна я могу куда-то заманивать чужого. И в это время заниматься своими делами. Ну, давайте попробуем. Я надеюсь, это работает. Потому что топлива у нас уже нет. Очень быстро мы его истратили. Но надо признаться, вещь очень эффективная. Так, где-то посередине, да? Это что мне получается? Я здесь хер пройду, да? Через центральную дверь тоже. Слушайте, а как тогда?
Вот так вот, да? Сучья стоит, ага, вижу. Спокойно. По стелсу, ребят. Хорошо. Андроида мы тоже на всякий случай обойдем. Не будем с ним пересекаться. Потому что эти сволочи вообще непредсказуемые. И что он стоит? Да не надо мне ничего рассказывать, блядь. Чужой, сожри его, пожалуйста. Почему чужой на него не кидается? Андроиды невкусные, что ли? Хотя он там ходит, я думаю, мы можем пройти без проблем. Не должен нас спалить. Ага. Хорошо. Неизвестное существо. Блять, можно как-то побыстрее. Попал. Сука. Отлично. Доступ разрешен. Пока никто не топает, никого нет. Так, здесь опять газ. Здесь получается, что в игре какой-то есть противогаз, который... Мы проебали. Потому что уже не первую комнату я такую встречаю, где непонятный газ. Так, заблокировать что неверный код? Все. Право администратора. Блокируем все к херам. Начинаю блокировку. Топливо для огнемета, хорошо. Рикардо, путь открыт. Где он? Рикардо, путь открыт. Черт, нет, дверь заклинила. Все, не слава богу. О, господи. Прости меня, я сейчас, сейчас. Выбраться из сервера. Тихо, 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 тихо. Хорошо, он пошел на пикание. Сейчас мы куда-то. Рикардо, ну что? Сейчас, минуту. Рикардо, мозгою, блядь. Нет у меня минуты. Ну, посидим, ребят. В принципе, вот это место... Бля, сейчас посоветуешь, беги. Не беги, а ползи. По тактике действуем, Рикардо. Куда я вышел? Угу. Так, осматриваемся. Никого нет, сейвимся. Записываем, хорошо. И куда мне нужно вернуться? То есть туда, откуда я пришел, видимо, да? Или меня здесь какой-то сюрприз будет ждать? Та дверь закрыта. Ну хорошо, ребят, пойдемте вниз. То есть я зря вот это вот все делал, да? Куда мне бежать? Бегите сначала к лифту, потом в лабораторию Джемини. Попробуем ее там запереть. То есть все.
чем мы сейчас занимались, все на смарку, да? Какие же вы, блядь, рукожопы? Еще рукожопы, чем я. Окей, получается, нам что надо? Да, нам нужно вернуться в самое начало. Давайте мы перезарядочку сделаем. У нас почти соточка. Ну и попробуем пробежать. Возможно, чужой там немножко дезориентирован. В гневе, потому что его закрыли. О! Вы чё, пацаны, спокойно. Блядская тварь. Сюда же нам, правильно? Нет, нихуя не сюда. Здесь какой-то восклицательный знак. Здесь что-то важное. Хорошо, там пришел чужой, пусть он разбирается. Они его задержат. Блядь, я правильно иду или нет? Я уже потерялась. Да, только я даже куда-то дальше ушел. Разота, у меня 14 осталось топлива. Но это на один раз, и то, ребят, не факт, я считаю. Подождите, а где этот лифт обоссанный? Вот он должен быть здесь. А, он, блядь, на втором этаже. Там, где эти черти, да? Вот... Но это как называется? Почему он побежал за мной и не стал жрать остальных? Скажите мне, пожалуйста. Ну хорошо. Подожди, что ты делаешь? Братан, ты куда побежал? Так, я понял. Да какой болторез, господи! Ой, блядь. У меня такое ощущение, ребят, что я эту игру уже прохожу целую вечность. Не зря я здесь засейвился. Что получается? Получается, что выше уже люди вышли. И нас поджидают. То есть вместо того, чтобы объединиться и вот эту инопланетную скотину попробовать как-то уничтожить, прогнать со станции, было стрёмно, а теперь... они решают сперва доконать бедную девушку. Я тебя не знаю, так что валять... Я тоже тебя не знаю, я ухожу без проблем. Я ухожу и... Ну, паскуда ебаная. Хорошо. Хорошо, ребят. Мне похуй. Пускай приходит чужой. Пускай я потрачу на него топливо для огнемета. Ну вас, пидорасов, я сейчас всех кончу. Так, вижу. Ага. Чё, где? Чужой-то сразу обудристался. Ну вот почему ты на меня-то идешь? Нахуй иди отсюда.
Ну да, ребят, мы просто тупо не успеваем достать огнемет. Нас вьюбывают моментально. То есть стрелять нельзя абсолютно. Бегать нельзя. И желательно вообще просто ползать. Охуительная игра, что я могу сказать, ребят. Ну хорошо, хорошо. Давайте будем действовать так, как и задумано. Раз у нас других вариантов нет. То есть что мы делаем? Мы сразу приседаем. Все, мы спрятались. Окей. Я не нашумела. Я не привлекла внимания. Мы выглядываем. Чувак стоит на месте. Куда нам нужно? Нам, получается, туда и надо. Там, где он стоит. Да. Он стоит и никуда не уходит. Обещали космос, приключения, скоты. Что можно сделать? Можно взять, допустим, фаер, которых у нас очень много. Хотя нет. Давайте, ребят, мы, смотрите, попробуем просто проползти аккуратно, чтобы он нас не спалил. Вот у нас... Нет. Он нас сразу палит. Хорошо. Я выйду, спрячусь. Возможно, он сейчас начнет там бегать. Возможно, они придут сюда. И чужой, по идее, должен прибежать на шум. Логично, логично. Так, он выстрелил, окей. Ждем. Я слышу чужого. Я надеюсь, он их жрет там, блядь, разрывает на части этих мразот. Да? Порадуй меня, чужой. Ну, наверное, потому что мужика я не вижу. Будем надеяться, что ему пизда. Аккуратно идем. Ага, подружки его я тоже здесь не вижу. Наверное, чужой и ее тоже прихватил. Да, хорошо. Его въебали. А не будешь стрелять по мне, скотина. Ну, теперь он уже ни по кому не будет стрелять. И мы в лифте. Замечательно. Блять, сейчас бы еще сейф был, и, ребят, будет все просто идеально. Надо полностью восстановить там электроснабжение. Подниматься надо бы на грузовом лифте, но он давно отключен. Угу. С тех пор, как Симпсон отозвал финансирование. Так, вижу. Открыть систему распространения. Хорошо. Сохраняемся, ребят. Все. Нас никто не продырявил в этот раз. Ну и... Как мы будем действовать дальше, узнаем в следующей серии. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока.